Андрей работает на одном из предприятий соседних Калинковичей, а в свободное время увлекается фотографией и общается с природой, наблюдая за птицами. Через пару недель своим опытом и обширными знаниями он начнет делиться со слушателями первой в Мозыре школы бёрдвотчинга. Наблюдение за птицами выбирает любой желающий, тот, которому либо подсказали, либо сам каким-то образом пришел к этому, которого заинтересовала птица, скачущая в парке, на дереве, смотрящая на него с ветки. То есть, а кто это смотрит, кто скачет, люди не знают и пытаются у кого-то спросить, либо почитать где-то что-то. Вот. И это хобби называется бёрдвотчинг. От мала до велика, любой желающий, любой интересующийся человек может стать наблюдателем, бёрдвотчером. Школа наблюдения за пернатыми откроется в 10 городах, 3 из них в Гомельской области. Проект поддерживают ПРООН и Министерство здравоохранения Беларуси. Медики считают, наблюдение за птицами во время пеших прогулок на свежем воздухе полезно для здоровья. А слушателям бесплатных занятий расскажут о птицах все. А еще познакомят с модой бёрдвотчинга, что одевать на наблюдение, чтобы было удобно. Как правильно прокладывать маршрут, чтобы встретить интересных пернатых экземпляров. В планах 8 теоретических занятий и 2 полевые экскурсии. Мозыряне смогут познакомиться с самыми редкими представителями фауны, обитающими в регионе. Для мозырщины уникальными видами могу назвать это белая лазаревка, уникальнейший вид, красивейшая синица, обитающая в России, и таким отдельным пятном есть у них ареальчик небольшой в Беларуси. В Европе ее нету, поэтому тысячи европейцев просто жаждет ее увидеть, едут к нам, специально организовываются туры, приезжают целые автобусы иностранных наблюдателей смотреть на нашу синицу. По словам Андрея, на Мозырщине обитает примерно 200-250 видов птиц. Даже в зимнее время, прогуливаясь от площади Прямостовой по набережной до площади Горького, внимательные мозыряне могут заметить 10-15 разных представителей птичьего мира. Узнать все и даже больше можно на занятиях в школе. Они, к слову, начнутся в конце февраля, начале марта. Запись по телефону 8-033-680-16-72. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».